Несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил о трагедии, которая произошла в минувшие выходные в Санкт-Петербурге в театре имени Андрея Миронова. За несколько минут до начала спектакля дядя Ваня в своей гримерке в результате остановки сердца ушел из жизни российский советский театральный и сериальный актер Ростислав Орел. Артист скончался на 56-м году жизни в результате долгой и продолжительной болезни, что и вызвало неожиданную остановку сердца. Ростислав Орел родился 5 октября 1966 года. Играл в театре комедии. В 90-е и нулевые года проживал в Австралии. С 2010 года являлся актером театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Экранный дебют артиста состоялся в 1996 году. Ростислав Орел сыграл главную роль в американской комедии «В погоне за солнцем». Далее последовали австралийские сериалы «Морская полиция» и «Большое небо». А широкому зрителю из России Ростислав Орел запомнился по таким сериалам, как «Тайны следствия», «Гончие», «Улицы разбитых фонарей», «Государственная защита», «Свои» и многие другие. В последний путь актера проводят сегодня в городе Санкт-Петербурге в 15:00 на Красненьком кладбище.